каком городе вы живете? Даже не так, в какой стране и в каком городе вы живете. Если где-то в Европе, то наверняка вы знаете, что весной этого года рядом с вами компания OnePlus анонсировала лимитированную версию своего прошлогоднего флагмана OnePlus 3T для модного дома Кале из Парижа. Как это так? OnePlus 3T Midnight Black. Напомню, OnePlus 3T предлагает 5,5 оптика AMOLED дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек, чипсет Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной, 64 или 128 постоянной. Две 16-мегапиксельные камеры, сканер отпечатка пальцев на передней панели, аккумулятор на 3400 мАч, функция быстрой зарядки Dash Charge и Android 7.1.1 Nougat на борту. Стоимость смартфона в России составляет 33 990 рублей, ну вы же знаете, где купить подешевле. Все ссылки будут в описании. Мой добрый товарищ Кирилл, кстати, привет тебе огромный, прикупил пару месяцев назад одного из этих редких красавцев и предложил мне рассказать вам о моих впечатлениях от знакомства с этим смартфоном в таком очень красивом окрасе. Начну, конечно же, с внешнего вида и различия налицо. Это цвет. И тут он угольно-черный. Черный везде, спереди стекло, сзади металл, кругом металл черного красивого цвета. Вы все знаете о этой модели и об этом убийце флагмана. Многие из вас купили и многие из вас посмотрят в это видео именно с него. И не мне вам рассказывать, что даже в стандартном раскрасе этот аппарат даст фору многим представителям A-брендов. Чего уж говорить о популярном сейчас матовом черном. Если вы спросите, красивее ли он, чем обычный серый металл, ответ да. Красивее ли он, чем черный iPhone 7, ответ такой же классный. Мне даже кажется, что технология нанесения краски одинаковая. Если закрыть глаза, то OnePlus 5 такой же приятный, как iPhone на ощупь. Или наоборот, кому как. Easy. Real talk. Think about this, man. Эргономичность этой модели зашкаливает. Он удобен, красив и беспрецедентно охуенен. Дизайн узнаваемый и, мне кажется, намного индивидуальнее, чем у OnePlus 5. Я уже упомянул сравнение с iPhone 7 по тактильным ощущениям от материалов корпуса и покраски устройства. Сравнивать OnePlus можно с чем угодно, проводить кучу аналогий, но он так и останется OnePlus как ни крути. Китайцы смогли, чего уж тут скажешь. Доступен, красив, как никогда и очень быстр. По начинке, конечно же, ничего не изменилось. Все так же, как и в двух других расцветках. Все так же один из самых быстрых смартфонов в мире. Боже мой! Вот это драма! Синтетика не даст соврать, но она ничего кроме цифр не показывает. Он еще быстрее в жизни, чем кажется на видео. Например, тот же Xiaomi Mi 5 в режиме Split View и работы, например, навигатора и чего-то еще, просто умрет смертью храбрых на запуске. А тут все ок, естественно. Кирилл не стал мелочиться и взял модель 8128. Ну что скажешь, красиво жить не запретишь. Респектули на такому выбору. Давайте лучше поговорим об актуальности покупки данной модели именно сейчас. Ведь представители компании заявили, что не все смартфоны теперь будут получать крайние версии ПО. И о том, что OnePlus 3T получит только 8 Андрея, и на этом поддержка закончится. Что думаете вы по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Критикуешь? Предлагай! Мне кажется, что это не остановит тех людей, чье желание купить этот смартфон именно сейчас неуклонно растет на фоне небольшого спада цены по итогу выхода его старшего и нового брата в лице OnePlus 5. А наличие большого фан-сообщества и большого выбора кастомных прошивок еще больше подогреет интерес к подешевевшей версии убийцы флагманов. Мне по многим причинам не получилось протестировать OnePlus 3T в других его расцветках на момент его выхода на рынок. Да я особенно и не парился по этому поводу. Но тут, подержав его в руках, поигравшись с его настройками, посмотрев в его потрясающий экран, я впервые пожалел об упущенной возможности. После получаса вместе с этим черным китайским чудом мобильной электроники, я могу сказать однозначно, что рано или поздно я хочу попользоваться этой моделью подольше, сполна насладиться всеми его фишками и его превосходством. Внешностью. Именно этот смартфон Кирилл на данный момент продает по причине того, что у него чешутся руки купить OnePlus 5. Но мне кажется, точнее сейчас поразмыслив над всем этим, я уже в этом уверен, делать ему этого однозначно не стоит. Если вы именно в эту минуту думаете над тем, стоит ли покупать OnePlus 3T сейчас или подкопить и взять OnePlus 5, я крайне настаиваю на том, что берите OnePlus 3T немедленно, потому что он по-прежнему прекрасен во всем, особенно в черном цвете. Посмотрел до конца, стал супергероем. Стал им, написал об этом в комментариях. Написал, получил космическую ауру на целый день около себя. Это видео заряжено позитивом, и этот позитив весь твой, бро. Подписывайся, ставь лайк или дизлайк, в любом случае проявляй свою активность. Делитесь видео с друзьями, я буду очень благодарен. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.